Привет. У меня почему-то показывается, что все время срывается. Привет, Наташ. О, спасибо за сердечки. Да, ребятки, пишите свои вопросы, сегодня поотвечаю. Да, ставим лайки, кому не жалко. Это, наверное, продвинет эфир, чтобы мог кто-то еще посмотреть. Вот, я не знаю алгоритмов Ютуба, но, возможно, когда ставят лайки, возможно, когда ленту люди листают, там тоже что-то есть. Вот, а давайте я пока почитаю вопросы, которые уже писались. А вы мне будете новые писать. Я потом тоже их почитаю. Так, комментарии. О, ребят, спасибо огромное. Тут выложили интервью с Алтая. Вот. Я почему-то думала, что я уже столько раз на эту тему разговаривала, столько раз это обсуждали, столько раз это говорила. Думаю, наверное, это будет вообще никому не интересно. Вот. Но сейчас, читая ваши комментарии, что столько отзывов положительных, мне это правда так приятно. Я думаю, блин, ну, наверное, нужно напоминать еще раз и еще раз, что я абсолютно такой же человек, как вы, и с судьбой не лучше, не хуже, не в какое-то более жесткое, потому что очень часто же, знаете, многим кажется, что ой, вот в моей бы шкуре пожил, ой, вот посмотрела бы я там на тебя, или посмотрел бы на тебя, как ты вот с этим вот справишься, как я справлялась, и все время кажется, что я вот столько вот пережил, а он-то что? Ну, он-то вот немножечко, ну, вот так вот. А по факту всем же дается по мере того, как они могут это воспринять, как они могут это пережить, насколько они готовы к чему-то. Ну, то есть один может поднять гантельку там в 1 килограмм, а второй может поднять гантельку в 40 килограмм, да? И у того, и у того две руки вроде бы. И это не говорит о том, что вот этому тяжело, а этому нет. Им обоим тяжело. Вне зависимости от того, какой они вес поднимают. Вот. И когда говорят там, ой, ты столько пережил, там, или ой, а я столько пережил, а вот это вот. Ребят, мы каждый переживаем свой опыт, и он для нас максимальный, всегда максимальный. И я на тот момент, что пережила, благодаря тому опыту, я стала такой. Вы благодаря тому опыту становитесь вот такими вот. И каждый опыт, он прекрасен, и каждый опыт, и чем больше он нас в дребезги, тем больше мы начинаем собираться, как будто бы мы еще раз и в дребезги разбили, и ты начинаешь собираться вот из этих осколков, и смотришь, а здесь вот еще осколки лежат, и ты раз их, и к себе, и стал еще больше, и стал с другим рисунком, и стал с другой огранкой. И это происходит раз за разом. То есть нет такого, вот я пережил опыт, и все, мне его достаточно, и я начинаю там на основании своего опыта проживать какое-то новые жизни, новые впечатления, новые возражения. Нет, это каждый раз. Ты каждый раз умираешь. Ты каждый раз это все по-новому. Ты не можешь пережить одну и ту же эмоцию дважды. Ты даже любишь
каждую минуту по-разному. Ты ненавидишь каждую минуту по-разному. Ты благодаришь каждый раз с иным чувствованием. Все происходит постоянно, каждый раз по-новому. Нет одного и того же. Василий. Добрый вечер, Светлана. Рад тебя видеть. Растопыри лучшее интервью с Алтая, смотрел класс. Все ступенчато. Благодарю. Наталья, я сейчас смотрела как раз интервью, и тут эфир начался. Я пересматриваю все твои видео, Светлана. Всегда что-то новое в понимании происходит. Благодарю, ребят, мне это правда очень приятно. Вот я, правда, не знаю, как у нас с вами идет интернет, потому что вот у меня на одном телефоне вообще без картинки. Но я надеюсь, что картинка есть. Так, вернемся к вопросам, да? Почитаю вопросы. Вы же на ретритах не раздаете себя, а продаете. Ну, во-первых, ребят, смотрите, тут как можно это интерпретировать? Ну, прежде чем приехать в какой-то отель и пригласить людей, нужно заплатить за этот отель. Мне нужно как-то доехать до этого отеля. Мне нужно либо что-то оставить детям, либо детей взять себя и за них заплатить. Я правда, я очень благодарна вам, что вы считаете меня настолько крутой, что мне все это достается без оплаты. И я такая всемогущая, могу все это делать без денег, но нет. Нет, я точно так же живу на обычные деньги, которые есть в этом материальном мире. И именно поэтому мне никто не предоставляет отели без оплаты, мне никто не предоставляет билеты без оплаты. Я это покупаю. И вот чтобы мне это купить, чтобы встретиться с вами, естественно, идет такой, в том числе и взаимообмен финансами. Но я очень надеюсь, что так как вы обо мне думаете, что я вот такая вот вся расширенное, все мне достается вот так вот и без денег. Я думаю, что я к этому приду. Благодарю вас за такой комментарий. Про зеркала Козырева, когда я рассказывала, тут еще мне написали вопрос, а у автора научной степени есть? Я так понимаю, что про автора это про меня, да? Я могу сказать, что у меня научных степеней по зеркалам, их точно нет. У меня есть несколько образований, в том числе и психологические. Но это, наверное, база того, как общаться с нами, с простыми людьми, как доносить, как рассказывать то, что есть у меня внутри, как распаковывать те знания, которыми я являюсь. Вот этого, наверное, эти образования есть. А так, чтобы кому-то что-то доказать очень умным научным языком, у меня этого нет. И, наверное, мне это не интересно. Я все же хочу показать через себя, как мы можем чувствовать, какими знаниями мы являемся, чтобы через свой аватар, через свое тело ты пришел к познанию себя, ты увидел, кто такой я, кто есть в этом теле. Ведь очень часто есть такие моменты, когда ты говоришь, да я себя познал, или а как себя познать? Неважно, с какой стороны ты на это смотришь, либо ты себя познал, понимаешь, что ты себя познал, либо ты понимаешь, что ты себя не познал. Это же все я, кто себя познал. Кто осознал, что он познал? А если ты осознал, что ты себя познал, то осознание, кто считал это осознание? Кто является говорильней этого осознания? Через что ты можешь познавать себя? Через что ты можешь познавать других? Кто может через что-то познавать других?
И когда я рассказываю свой опыт, это же не для того, чтобы вы поверили, а для того, чтобы вы еще и с моей точки зрения, с моей говорильни, с моих поболтушек посмотрели на себя и с этой стороны тоже. И, возможно, с этой стороны вы в себе обнаружите еще одну грань. Ту, которую вы изначально не видели, изначально не слышали. Только лишь и всего. Ни в коем случае кому-то что-то доказать, кого-то откуда-то уберечь, увести или сказать, что тот или тот был неправ или неправильно что-то сделал, некрасиво. Нет. Безусловно, каждый опыт, каждое высказывание любого другого, оно очень важно. Через какой срок возможно отращивать члены тела? Но здесь, наверное, не вопрос, через какой срок. Здесь вопрос, насколько вам они нужны, и нужны они, чтобы что? Чтобы что привнести с этими органами? А вам они действительно нужны? Или вам они нужны, потому что вам так спокойнее, вам так красивее? Вы хотите себе что-то доказать, что у вас это есть? Вот все эти вопросы вы можете решить. И здесь же через какой срок, возможно, вы спрашиваете, через какой срок, наверняка это касается срока неедения, да? Здесь вообще не стоит вопрос о неедении, здесь же стоит вопрос об осознании. Ведь вы можете смотреть и опыт других людей, которые кушают и делают неимоверные вещи. И это опять же их путь, и они не убрали из своего тела еду, потому что им так комфортнее, но у них есть иное осознание себя. И через это осознание они идут вот таким путем. Неедение – это всего лишь один из инструментов, их очень много. Просто, на мой взгляд, он самый такой, самый жесткий, самый действенный. С одной стороны, он самый простой. Что тебе нужно? Просто убрать еду. Просто убрать жидкость. Но самое простое скрывает саму истинность себя. И вот эта вот истинность себя, к ней страшно приходить. Давайте я бы сказала, это не тяжело, потому что именно страшно. Именно на страхе это все базируется. Тебе страшно, что у тебя начнут выходить из строя внутренние органы. Тебе страшно, что ты теряешь массу тела. Тебе страшно, что когда ты выходишь с сухих дней, ты начинаешь отекать. Тебе страшно, что говорят твои близкие, как смотрят на тебя твое окружение, как они отворачиваются от тебя. Это все страх. Этот весь страх, он руководит. Но как только ты понимаешь, что руководит то, чего не существует, то у тебя ничего не остается, кроме тебя. Ведь давайте еще раз с вами проговорим, что страх – это всего лишь мысль, в которую ты поверил и которую ты начинаешь думать, холить или лелеять. Ведь ты можешь думать об этом страхе и верить в него, а можешь понимать, что его не существует. Страх – это всего лишь проекция твоего ума. Ну вот, к примеру, если бы мы с вами жили, например, я, если бы жила в определенной культуре, где бы мне сказали, что вот эти цветы, как только пробьет столько-то времени, они тебя съедят.
И у меня был бы страх, не страх того, что действительно может случиться, случается, что может случиться, случится или случается, это всего лишь действие. Вне зависимости от страха, вне зависимости от радости, от боли, от огорчения, это всего лишь действие. А страх — это то, что ты себе придумал, то есть это букет всего того, что есть на данный момент в твоей голове. Что тебе будет, что да, действительно, они меня съедят. А если меня съедят, то что будет? Не будет только лишь твоего тела, ты переоденешься. Но ты себе уже придумал, что случится, если тебя съедят эти цветы. А если ты, а в другой культуре цветы — это прелесть, это красота, это любовь, это про что-то, про другое. И получается, что один и тот же объект, который обрисован социальной программой, тем социумом, в котором ты живешь, он обрисован по-разному, и ты поверил в разное. Один мозг поверил в одно и начал пугаться одного и того же объекта, другой мозг поверил в другое, начал восхищаться одним и тем же объектом. И вот страх — это всего лишь то, что ты мыслишь, что у тебя, к тебе кто-то сказал, ты где-то прочитал, где-то увидел какую-то мысль, ты за нее зацепился и начал мыслить эту мысль. И эта мысль стала твоей, и после того, как эта мысль стала твоей, ты начинаешь жить этой мыслью. Жить этой мыслью, жить в этом страхе. Что если я пойду вот туда-то, если я начну не есть, то у меня уйдут микроэлементы, и я стану болеть. У меня начнут разрушаться зубы и начнут гнить. У меня начнется вот это и начнется вот это. Это всего лишь то, что тебе рассказали. Но тебе, например, не рассказали. То есть никто же не говорит, что «а мне вот рассказали, что когда я не ем, и значит, там, на 28-й день, на 28-й месяц начинает отрастать хвост». Но это же никто не говорит, поэтому у тебя этого в твоей картине мира нет. Но тебе сказали, что начнут плохо работать внутренние органы, что начнутся проблемы со здоровьем, что начнется это и целый список. И ты такой, да, это может быть. Хотя, что происходит с твоими внутренними органами, это визуально не видно. Это можно только проверить, да? А вырастет или не вырастет хвост, ну ты же говоришь, ну я же не видел никого с хвостом. И вот этот вот такой пример, может быть, он какой-то мультяшный, да? Но это именно факт того, что твой мозг собирает, он работает собирательным эффектом того, что для тебя в твоем мире уже существует, уже есть. То есть в твоем мире существует, что у людей портятся зубы. В твоем мире существует, что у людей с возрастом, со временем, с различным питанием, с различным образом жизни, ведут себя внутренние органы так или так, что они, например, становятся хуже работать, что если там ты перестаешь есть, то ты обязательно будешь очень худым. И очень много всего, что в твоем мире уже скопившийся пул, вот эта вот критическая масса, которая тебе должна вылиться во что-то, она уже у тебя есть, уже есть в твоем поле, уже есть в твоем мире. И чтобы эта критическая масса вылилась, тебе нужен просто вот этот щелчок. Этот щелчок тебе сказали, вот не будешь есть, будет вот это. А ты понимаешь, ты знаешь, ты видишь людей, которые тебе рассказывают, например, что вот если не есть, то будет вот это. А вот я не поел, у меня вот это случилось. А я не поел, у меня вот это случилось. Причем очень же много роликов, которые там, например, ну там до 10 дней, да, грубо говоря, люди рассказывают, как они не кушали до 10 дней, и что с ними случалось в этот период, на 10-й день, на 5-й день, какие с ними происходили ситуации, как их, что с ними происходило нового, чего они не видели, не знали, какие чувства, какие ощущения, как вскрывалась, не раскрывалась, а вскрывалась любовь, тотальная любовь. И ты вроде бы вот то знаешь,
Но то-то ты знаешь вот такой отрезок времени, а про то, что зубы будут портиться или еще что-то, тебе рассказывали такой отрезок времени с самого детства. И, конечно, вот это и вот это разная критическая масса, разная весовая категория. И тебе проще захватиться вот за это, чем уйти вот это. Вот этот вот страх поглощающий, которого не существует, он тебя начинает накрывать. И поэтому ты начинаешь искать те пути, которые более, я бы сказала, не сложные, а более длинные, наверное, так. Когда нужно приехать туда, на 28 гор, в стадию такой-то луны, встретить такого-то монаха, у которого там то-то, 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 еще что-то, и он тебе даст какое-то слово в твою голову вобьет, и это слово начнет раскрываться через столько-то лунных дней, через какое-то там вот это вот перерождение, там еще что-то, и у тебя случится что-то там. И вот эта мистификация, тебе кажется, что да, но это же такой путь, это же такая сказка, это же такое вот все, это вот прямо да, это потому что вот это пробуждение, просветление, это же про что-то такое невероятное, значит, нужно пройти невероятный путь. И ты идешь, уже себя подготавливаешь, что с тобой что-то должно случиться. А что такое просветление? Это всего лишь открытие памяти, которая есть у всех. И чтобы вскрыть эту память, память это что такое? Память это всего лишь физиологическая способность нашего тела, которая закрывается либо раскрывается при определенном физическом состоянии физического тела. Как работает кровь, как циркулируют капилляры, как у нас ломаются либо возрождаются новые нейронные связи сердца, нейронные связи головы. И вот этот вот весь химический состав, он находится в теле. Точно так же, как и открытие вот этого ларца памяти находится в физическом теле. Потому что память, она не физика. И вот чтобы вскрыть физический сундучок, где хранится не физическая память, нужно с физическим телом проработать. А у нас очень часто бывает, чтобы вскрыть вот эту память, которая есть генетическая память всего человеческого рода, которая есть в каждом, ее пытаются вскрыть вот этот вот сундучок физический, в котором есть нефизическая память. Его пытаются вскрыть не физическим путем, духовностью. И это тоже в своем роде прекрасно, но как вы вскроете вот эту духовность, как вам нужно сюда просочиться, чтобы вскрыть вот этот физический ларец, чтобы вытащить нефизическую память. Первый этап, с которым вы начинаете работать, это физическое тело. И даже люди, которые по определенным моментам находятся, например, в критически физическом состоянии, и говорят, что он начал работать с духовностью, он начал работать, ну, так назовем, да, с духовностью, можете хоть как назвать там, какими-то практиками еще, он эти практики начал делать. А делание – это уже физика. Даже если ты не можешь как-то пошевелиться по каким-то причинам физически, то ты начинаешь шевелиться ментально, фантомно начинаешь шевелиться. И после делания фантомно своего фантомного тела ты начинаешь пробуждаться, вскрывая этот ларец, физический ларец. И поэтому самое простое, через что можно пройти, это через определенные практики, и в том числе одна из самых действенных практик, это практика отказа, давайте я так назову, минимизации еды. Давайте мы так назовем, чтобы у нас не забанили нас. Вот. Вы сами все прекрасно понимаете. И вот эта вот минимизация, когда ты разгружаешь свою цистерну от еды,
когда ты разгружаешь свой аватар от еды, когда ему не нужно перемалывать и раскидывать вот это там полезные вещества, неполезные вещества, это сюда, это туда, это мне, это снова мне, это снова мне, это тебе, да, когда вот этого не происходит, то что происходит? Тогда тело начинает, ему же надо продолжать действие, потому что в нем не останавливается кровь, в нем продолжаются все процессы регенерации, и в том числе и убывания на смерть, и возрождения на жизнь. Все в нем происходит, в нем ничего не останавливается. Ему куда эти ресурсы девать? Он начинает открывать то, что у него закапсулировано, в том числе и генетическую память. И когда вскрывается твоя генетическая память, это и есть вот это вот пробуждение, просветление, которое есть в каждом. Это не особенные люди. Это не что-то такое случается с людьми, которые там, о, он вот необычный, он пробудился, он просветлился. Он точно такой же, как ты. Просто ты по каким-то причинам не хочешь идти в это. Ты можешь говорить все что угодно. Я очень хочу, я очень все делаю для этого, я еще что-то. Но ты себе все время ставишь преграду. Ты себе ставишь преграду ума. Ты говоришь, я не могу это понять. Убирай ум. Не можешь понять? Отлично. Это хорошо, что у тебя есть ум. Это твой предохранитель, предохранитель твоего физического тела. Иди дальше. А кто не может понять? А кто понимает, что он не может понять? А если ты что-то осознаешь, то кто осознает? Кто дает оценку, что осознал осознаваемый? Светлана, скажите, зачем пищеварительная система на неедении, для чего она служит еще, кроме переработки пищи? Благодарю. Но вообще пищеварительная система, это когда вы строите хороший дом, вы делаете парадный вход и черный выход, да, черный вход, черный выход, там, запасной выход, можете говорить хоть как. То есть у вас в доме, когда вы его строите, у вас всегда несколько выходов. Всегда. И в нашем теле это есть то же самое. И я уже неоднократно говорила, ну вот смотрите, например, я плаваю, например, я ныряю, например, я упала с сапа и захлебнула воды. Если я захлебнула воды, она через что должна у меня выйти? Я ее уже захлебнула. Она у меня должна выйти через какую-то, через другой, через черный выход. И, например, если вы можете на себе даже испытать. Если вы захлебнули воды речной, то вы ей пописаете. Вот. Если вы захлебнули морской воды, то вы ей, ну если много захлебнули, то вы ей покакаете. Но это будет просто вода, понятно, что это будет вода. Если вы, например, катаетесь там, например, на велосипеде, на байке, да, и вам мошка попала в рот, как она должна выйти? Вот она растворилась, через что она должна выйти? То есть я вам могу сказать однозначно, что вы не будете, если длительное время, например, вы не кушаете, да, то в туалет по-большому общепринято выходить не будете. То есть это не будет какая-то твердая масса, это не будет какая-то там пластилиновая масса, там нечем будет вот этому всему выходить. Но это будет несколько, там, несколько капель, не знаю, несколько столовых ложки вот этой жидкости, которая выходит, выйдет, может выйти со слюной, с желчь будет вы как. Желчь точно так же будет вы вычищать это из желудка, то есть переваривать. Это точно так же выйдет. Но это выйдет совсем немножко, это выйдет в жидкий стул. Но для этого и нужна вся эта пищеварительная система. И вообще, если вы разберетесь вообще, как было устроено наше тело, то изначально у нас вообще органы были
а абсолютно другими. Но я не могу сказать сейчас... Давайте так, ребят, скажем, что сейчас, на сегодняшний день, алгоритмы на YouTube еще раз поменялись, и сейчас искусственный интеллект выискивает те фразы, за которые можно убрать канал, поэтому очень многие моменты я не могу сказать, но я их рассказываю, например, в закрытом клубе в Телеграме. Там можно, пока, вот, по крайней мере. И потому что сейчас меня спросили опять, закрыли один из каналов, Автополстар, по-моему, закрыли. Вот. И администратор мой спросил, да, его опять в очередной раз забанили. Кто-то что-то сказал, и искусственный интеллект за какую-то фразу опять закрыл канал в очередной раз. Поэтому не могу я все рассказывать не потому, что я не хочу, не потому, что мне хочется вам что-то, какой-то мистики сказать, а просто, чтобы мы с вами продолжали общаться, но... какие-то более каверзные вопросы я все-таки озвучиваю именно в закрытом клубе. Это даже не потому, что вот у меня вот такое вот, я сейчас посекретничаю, а, наверное, это то, что предостережение, чтобы мы и не потерялись с ребятами, которым это действительно интересно, и чтобы я по минимуму рассказывала то, кому это не нужно. Вот, потому что у меня на подходе очередные исследования, да, которые я в августе с ребятами поговорю, расскажу, что это, но я это на открытый эфир не могу вывести, потому что даже не из-за того, что хейта будет много, мне как бы, я благодарна любому хейтеру, что вообще он, в принципе, меня смотрит, это для меня тоже очень, очень здорово, что я хотя бы в таком ракурсе, им тоже интересно, но не могу просто из-за алгоритма социальных сетей. Ну вот и все. Из-за алгоритма социальных сетей, из-за юридических моментов, которые тоже мы не можем обойти. Так. Лафлана, привет. Я попал к вам на эфир. Досмотрю потом запись. Привет. Легенда про мировое дерево и камень латырь – это просто легенда или за ней что-то стоит настоящее? Да, что-то стоит настоящее. Вот, у нас вообще очень много моментов, которые потихонечку вскрываются и раскрываются, и рассказываются, и в том числе и на Ютубе, и про такие моменты, и что про Антарктиду. Все потихонечку начинает вскрываться, почему это ледяная стена. И многие моменты сейчас открываются, но опять же я смотрю, вот некоторых ребят, они вроде сказали, да, их эфир провисел какое-то время, а потом смотришь, а этого эфира как не бывало. И даже у меня ребята начинали писать вроде как, а где эфир, а они просто даже не отвечают на эти вопросы. Я понимаю, почему. Им даже нельзя это в открытую ответить. А ты и не их друг, чтобы это вообще посмотреть и ответить. Поэтому вот такие вот моменты тоже бывают. Светлячок, расскажи, пожалуйста, при пробуждении ночью не включается анализ окружения, место, где находишься, время суток, может продолжаться до минуты. Это последняя длительность внимания в область лопаток. Анализ окружения – это ты, наверное, про себя написал, да, что у тебя начинает анализ окружения. Анализ окружения, он включается, когда ты… вот эти вот первые стадии, они неимоверно прекрасные. Когда ты вновь погружаешься в новое состояние, когда ты видишь весь тот мир, который ты видишь, он как будто вывернут наизнанку правды и честности. И ты как будто бы начинаешь себя проверять, действительно ли ты живой, действительно ли ты не умер,
И вот эти вот моменты, они появляются в твоей голове. И ты начинаешь думать, а где я лежу, а почему? И ты лежишь, но ты не чувствуешь, что ты лежишь, как будто в невесомости. Это есть. Ты понимаешь, что ты в таком состоянии, в состоянии какой-то такой благости. И тебе иногда кажется, что ты провел в этом состоянии, не знаю, там сутки или неделю, а провел всего там 2 минуты. А иногда бывает, что ты лежишь, а через какое-то время там проснулся, например, ты посмотрел на время, времени 3 часа, и ты лежишь в этом состоянии, и потом раз будильник зазвенел. Тебе казалось, что это буквально несколько мгновений, а прошло несколько часов. И это состояние есть. И почему оно именно... внимание в области лопаток, потому что когда у тебя начинается новое состояние, знаете, еще такое бывает, мурашки по коже бегут, бывает такое. И если ты отследишь, откуда начинаются мурашки, то они будут именно вот в области лопаток, в области крыльев. И да, это я не оговорочка, в области крыльев. И очень часто это чувствуют в большей степени в большинстве женщины, потому что женщина – это крылья. Женщина – это крылья мужчины. Вот. И когда у вас, у мужчины есть такая женщина, у женщины есть такой мужчина, вы летаете, у нее всегда есть энергия на вас, но только после того, как вы ее будете держать как под куполом заботы. Вы всегда с этой женщиной будете летать, чего бы это ни случилось. Все время будете в этом, в полете духовности, материальности, хоть чего. У нее никогда не закончится энергия. У женщины заканчивается энергия не на себя, а на кого-то всегда. И вот женщины, которые обезвожены, это опять же у нее закончилась энергия на личность себя, через которую она живет, не на себя истинную. То есть есть я, это когда я знаю, когда я есть эти знания. Давайте так, я мультяшным языком, когда я знаю, кто я, где я, когда я уже прочувствовала себя как знание, себя как этот мир целиком, так и частичка этого мира. Вот. Но я рассказываю, например, сейчас я веду эфир через личность Лаврову Свету. Вот. И есть люди, которые всю жизнь живут через личность жены, через личность мамы, через личность там, врача, учителя, неважно кого, не возвращаясь к себе. И тогда они устают. Они устают, потому что их энергетический потенциал, где я есть, они к нему не возвращаются. Они все время, они всю свою жизнь, большую часть своей жизни проживают через ту личность, которую они создали на основании социума. То есть социум им сказал, вот тебя вот так вот зовут. Они такие, хорошо, вот ты девочка или мальчик, потому что у тебя такое-то тело. Хорошо, вот ты толстая или худая по отношению к кому-то. Хорошо, и ты себя начинаешь интерпретировать так, как тебе сказали. А тебе сказали не так, как ты есть, а на основании тех, кто рядом, кто в этом социуме. То есть, если в этом социуме все вот такие вот, а ты вот такая, вот тебе сказали, ты худой. Если ты вот такая вот, а в этом социуме все, вот ты, например, вот такая, а в этом социуме все вот такие вот, то тебе сказали, ты толстый. Тебе все время дают оценку тебя по отношению к кого-то, в сравнении с кем-то, ты умнее, ты красивее, волосы длиннее, кудрявее, светлее, темнее, чем у кого-то, кудрявее, чем у кого-то. Кудри тебе нарисовали, и ты увидишь, что это завитушка, это круг. А если там не до круга, это завитушка, там еще на основании все время чего-то. То есть тебе создали картинку тебя, твоей личности, даже не так, как тебя воспринимает кто-то, а так, как тебя воспринимает кто-то на основании социального накаления градуса, там, где ты находишься. И ты воспринимаешь себя, даже не зная, кто ты есть, ты считаешь, что ты та личность, которую тебе сказали на примере того,
на примере сравнения социального круга. Даже не тот, кто ты есть, а на примере социального круга. Сравнили тебя, и на основании этих ты вот это. То есть ты девочка, потому что у мальчиков другое тело. Не потому ты девочка, не потому что ты девочка, а потому что у мальчиков другие гениталии. На основании сравнения тебе вынесли то, кто ты являешься. И всю свою жизнь, получается, ты живешь через ту личность, которая создана для тебя, твоими социальными близкими, в сравнении с другими. То есть ты даже не знаешь, как они тебя оценивают. Они тебя оценивают только на основании других. И ты через это тело живешь, откуда у тебя, конечно же, будет энергия. Потому что ты мало того, что ты даже не знаешь, кто ты есть, в какой, какую через какую социальную личность ты можешь проживать. Тебе сказали, через что ты проживаешь. То есть тебе сказали, ты родился в бедной семье. Знаешь, вот этой поговорки, где родился, там и пригодился. А то, что ты родился на планете Земля, это не имеет значения. То есть вот в деревне родился метр на метр, вот там ты и родился. Вот. И там ты и пригодился. Но тебе не сказали, что ты родился на планете Земля, можешь, ты, значит, для планеты Земля нужен. Вот. И поэтому ты проживаешь ту жизнь, которую тебе сказали, то есть ты даже, а как вообще, как ты можешь проживать? Когда ты возвращаешься к себе, к источнику энергии, любви, благости, к источнику самого себя, то ты можешь проживать, чтобы тебе было комфортно, чтобы комфортно было всему твоему окружению, потому что ты же источник, ты как Wi-Fi, ты раздаешь. То тогда ты начинаешь проживать себя через ту личность, через которую тебе комфортно. Если ты хочешь проживать через личность, которая отдает, ты проживаешь через личность, которая отдает. Если ты хочешь проживать через личность, которая обладает многими финансовыми возможностями, ты проживаешь через эту личность. Почему говорится, что нет ограничений? Их действительно нет, этих ограничений. Эти ограничения только в том, в той личности, которую тебе сказали, что ты есть эта личность, которую ты проживаешь. Но когда ты возвращаешься к себе, то ты тогда можешь транслировать себя, вот как я сейчас транслирую себя, через ту лавровую света, которую я выбрала. Я могу через другую транслировать. Я могу делать какие-то вещи через другую личность света лавровой. Через любую личность, через которую мне будет комфортно отдать тот либо иной продукт, ту либо иную речь. Но это я смогу сделать только тогда, когда я понимаю, кто я есть вне личности. А страдания идут только из состояния личности, когда вы не можете прийти к источнику, кто я есть. Тогда вы страдаете личностью, которая обезвоживается. Привет, Свет. Подсвети, почему не усваивается железо, на что обратить внимание. Ну, ребят, это нужно в любом случае сдавать анализы, почему не усваивается железо. Вот. И очень часто не усваивается железо. Нужно, во-первых, нужно смотреть, как вы спите, какой у вас сон, есть ли у вас отеки. У вас отеки на фоне того, что у вас отсутствует белок, то, что у вас не вырабатывает мозг белок, то, что у вас не усваивается белок. С чего вы берете белок? То есть железо это очень часто бывает именно на основании того, что вымывается что-то из организма. Вымывается тогда, когда у вас идет отечность какая-либо. Отечность идет от разных моментов. Это как медикаментозно, так и изменение питания, и изменение климата, то есть абсолютно разные. И нужно смотреть, что какой отек идет в верхней части, когда вы просыпаетесь и глазки опухшие, либо нижней части. Это бывает уже к вечеру приходите и вечером, например, ножки опухшие, да? Это тоже говорит о том, что это не усталость, это ваш мозг не воспринимает белок. Давайте я так назову. Меня, конечно, сейчас осудят медики, но меня уже давно не осудили. Поэтому белок какой?
белок же у нас не вырабатывается нашим мозгом. Почему он не вырабатывается? Потому что ты себя загоняешь в рамки, какой ты должна быть. Да, да, Наталья. Какой ты должна быть. То есть я должна быть вот такого роста, такого веса, такой быть удобной для того-то, для того-то, для того-то. И как только ты начинаешь себя подстраивать, как только ты смотришь в зеркало, и тебя не устраивает то, что ты там видишь, это о чем говорит? Тебя может не устраивать то, что ты видишь, только на основании того, что ты привыкла, что ты хочешь. Хочешь на основании того, что вот сказали, вот это вот красиво, вот это вот удобно, вот это вот еще что-то. Вот. И как только ты это понимаешь, что тебя не устраивает то, что ты видишь, может вообще каждый проверить. Если он подойдет к зеркалу и не подойдет, кто-то уже знает, что если он его не устраивает то, как он выглядит, в первую очередь выглядит, то это значит, что белок не усваивается через голову. И отсюда все сопутствующие изменения в теле. Слышала, пугают загустением желчи на неедне. Такое может быть, Светлана? Загустение желчи может быть, но загустение желчи, оно как может быть? Нужно смотреть, насколько у вас вообще есть к этому предрасположенность. Потому что очень часто бывает такое, что... Я очень часто слышу вот замасливание, да? Вот я ребятам всегда говорю, у меня есть марафоны, которые можно посмотреть и в записи. И новый марафон начнется, я не помню число какое, но оно вот скоро уже начнется. Не помню, правда, ребят. Вот, и там я ребятам говорю, как замасливаться, сколько дней и почему это нужно. Но очень часто слышу такое, что люди начинают замасливаться, например, на неедне, и некоторые делают так даже, что, говорит, я вообще убрал все, и питание, и жидкость, и только на масле, замасливаюсь масло там с лимоном, вроде как правильно, да, и мне хорошо становится, но если кому-то хорошо становится, это здорово, я ни в коем случае не осуждаю, но тут нужно понимать, что за счет за счет жира, правильного жира, да, идет отток желчи, то есть желчь начинает работать, начинает идти по желчным путям. Но если, например, в тебе ничего нет, если нет еды, то эта желчь начинает разъедать твой ЖКТ. И она делает медвежью услугу тогда, это замасливание. Здесь нужно очень четко понимать. И когда вы, например, уходите на неедение, нужно очень правильно уходить на неедение. То есть нужно понимать, что ты перед неедением, какую ты сделаешь, какой ты примешь природный антибиотик, сколько дней ты пропьешь этот природный антибиотик, например, такой, как куркума с черным перцем и лимоном, да? А после того, как ты пропьешь антибиотик, сколько дней тебе нужно замаслиться, это от 3 до 5 дней будет достаточно. И после этого ты должен знать, как тебе нужно почиститься, если ты, например, идешь больше, чем на трое-четверо суток. Трое-четверо суток чиститься не надо, ты можешь вот таким образом выйти на трое-четверо суток, и у тебя интоксикации не будет. Ты будешь очень хорошо себя чувствовать. Ну, либо будет совсем минимально, это в зависимости от того, какой образ жизни, опять же. Всех под одну мы не будем загребать, да? Вот, поэтому здесь нужно смотреть, как, почему, что с вами происходит. Вот, но оно загустение, да, и кровь тоже сгущается. Первое время и кровь сгущается. Вот, и очень часто люди на себе проверяют то, что ощущают то, что, например, там на какой-либо день, там на третий, на пятый день, им становится тяжело ходить, тяжело дышать, идет тахикардия, потому что сердечко начинает работать за счет того, что кровь густая. И как нам нужно тогда, что нам нужно сделать с этой кровью, чтобы она пришла в норму, в ту, в которой привыкли внутренние органы. Всего лишь навсего вот эти вот гвоздички, которые там, не знаю, сколько пакетик стоит, 100 рублей, наверное, в Пятерочке, в Магните, в любом продуктовом магазине, вот эти вот соцветия гвоздики, там, ну,
сколько вам захочется. Ну, как правило, больше 10 в день никто не рассосет. 2-3 гвоздички под язык кладете, под язык на язык. И ее не едите, обходите, рассасывайте. То есть, ну, к примеру, 2 гвоздички, 2 вот этих вот соцветия, они рассасываются в течение 2-3 часов. И когда вот она рассасывается, ваша кровь приходит в норму вашего тела, к которой привыкли внутренние органы. То есть на каждый момент есть то, чем вы можете помочь своему организму. Просто это нужно делать правильно, и нужно понимать, что с вашим организмом происходит. Поэтому я говорю, если есть такая возможность с кем-то проходить этот путь, с человеком, который прошел этот путь, или там еще что-то, то я бы вам все-таки порекомендовала, вас это тело на эту жизнь, оно одно. Шмоток у вас может быть миллион, машин может быть миллион, домов может быть миллион, тело одно. Вот подумайте, во что вы вкладываете эти денежки? В свое тело или в то, что вообще не ваше? То, что временный эффект дает. Так. Эти закрыватели скоро будут накатывать. Ишь, шумники. Светланка, обнимаю крепко. Спасибо большое. Интервью сегодняшний огонь. Ой, благодарю. Теперь понимаю, почему я тебя смотрю. Здорово. Так, после часа джапа вышел во двор с собачкой. Зашел с собачкой. Но потом собачка царапалась со двора в дверь. А это исчезло во дела. Так, вы сейчас на фестивале энергии солнца? Нет, я туда поеду 25-го, 26-го, 27-го у меня будет 2 выступления, а 28-го мы уезжаем, а 30-го уже летим на Байкал на ретрит. Поэтому, кто не присоединился, у вас еще есть все шансы. Здравствуйте, какой размер обуви носите? Смотря какой фирмы, 37-38, но я стараюсь брать вообще больше, как минимум, на размер. Я очень сейчас люблю свободную обувь, наверное, 38 все же. Хотя нога, наверное, 37 так осталась. В Геленджике оттуда вещать? Не-не-не, я сейчас пока из дома... Скоро поеду. Ой, Слава, спасибо. У вас гипертрофированное понятие о истине своего мнения. Возможно. Ребят, знаете, все, что бы мы с вами не говорили, вот что бы мы ни говорили, кто бы какие сообщения написал, кто бы как ни высказывался, что бы я ни говорила, буквально через 100 лет максимум мы все с вами будем одинаково неправы. Поэтому делайте то, что по душе. И это будет самое прекрасное. Белок через голову – это что-то новенькое. Да, Женя, есть же такие научные статьи, научные статьи, просто я не медик, я научным языком не могу этого сказать, но вы можете найти это в открытом доступе, и вы можете посмотреть, и там со всеми формулами, со всеми цифрами это все написано. Так. Ну все, ребятки, вопросов больше нет. Через 100 лет их не будет, желчь сожрет их слова. А в Геленджике связи не будет, поэтому либо
29-го, возможно, проведу эфир, либо уже, наверное, после Байкала. Вот, на так долго мы с вами будем прощаться. Я вас всех очень-очень обнимаю. Я благодарю вас за все ваши вопросы. Мне, правда, очень приятно, что вы смотрите, что я интересна. Всех обняла. И всем до скорых встреч. Пока.